Здравствуйте, меня зовут Терешкина Лиза, я представляю работу «Семейная реликвия». Актуальность. Предметы и народные промыслы воспитывают любовь к родине, их прошлого нет настоящего. Ведь все инновации опираются на историю, культурные и семейные традиции народа. Поэтому я считаю, что очень важно защитить свои корни. Изучение истории и особенностей реликвий семьи. Вот истинная ценность – это наследство. Задача исследования, значение понятия семейной реликвии, исследование истории, создание швейной машины Подольского механического завода имени Калинина, исследование устройств и характеристик швейной машины, исследование особенностей семейной реликвии как источника связи между поколениями. Личный вклад в исследование. Значит, семья есть семейная реликвия, об одной, которой я хочу рассказать, которая была передана моими предками. Гипотеза. Мы считаем, что изучение семейной реликвии способствует воспитанию уважительного отношения к семейным ценностям, а также поближе узнать историю своей семьи. Объект исследования – швейная машина. Методы исследования для изучения указанной темы нами были использованы методы. Метод общения представления информации для широкой аудитории, проведем анкетирование, самостоятельный информационный поиск, анализ семейного архива, интервьюирование бабушки, мамы, других родственников. Результат исследования. Что же такое семейная реликвия? Чтобы узнать, я провела анкету. Всего 114. Показать, где вы видите на экране. О семейной реликвии знают 92%. Сохранили семейные реликвии у 52%. Знают истинную ценность наследства 83%. И это показывает, что необходимо узнать историю своей семьи. Результат исследования. В нашей семье швейная машина появилась так. Машина была передана от Алексея Дмитриевича, моим прадедушкой, нашей бабушке Татьяне Алексеевне, когда она закончила среднее специальное учебное заведение, специальность пошив легкой женской одежды. Это была машина ее матери, Иванова Марии Афанасьевны, моей прабабушки. Это в тем временам, можно сказать, драгоценный подарок. Результат исследования. Моя бабушка Татьяна Алексеевна на ней шила много одежды для своей семьи. И сейчас наша бабушка шьет нам наряды и костюмы для мероприятий. Результат исследования. В семье мы убедились, что самая надежная помощница при шитье – старинная швейная машина, которая не из носа и по сегодняшний день. Выводы. Исследовав эту тему, я пришла к таким выводам. Познакомилась с историей семьи, научилась верить, относиться к окружающим вещам. Я знала, что семейная реликвия – это история нашей семьи, история моих предков. Это лицо семьи, лицо целого рода моих предков. Таким образом, я подтвердила гипотезу, что семейная реликвия помогает узнать историю своей семьи. Спасибо за внимание.